2021 год, который был выпущен из непрерывного ряда городских конкурсов красоты «Мисс Котлас». Всему виной ограничения по коронавирусу. Сейчас в отношении массовых мероприятий введены определенные послабления, а это значит, что шоу-проект «Мисс Котлас 2022» состоится. 19 марта этого года объявлен днем отборочных состязаний. Как заявили организаторы, на кастинге будут действовать строгие правила. Участниками могут стать исключительно незамужние, симпатичные и стройные девушки в возрасте от 16 до 23 лет. Рост претенденток должен быть не ниже 167 сантиметров. А сейчас расскажу о самом главном. Что же ждет красавиц на кастинге? Этапы, визитная карточка и творческий номер из года в год остаются неизменными, где индивидуальный подход и яркая подача являются важными составляющими. Думаю, ни для кого не секрет, что жюри захочет рассмотреть участниц, что называется, со всех сторон. А поэтому одним из этапов станет выход конкурсантов в облегающей одежде. Естественно, на каблуках. Их высота по желанию красоток. Но помните, устойчивость – залог уверенности. Ну и фишкой кастинга этого года станет пара вопросов от ведущего для каждой участницы. Кстати, этого почему-то как огня боятся некоторые современные красотки. Но сразу обрадую, верный ответ на вопрос не столь важен для жюри, сколько правильная речь, харизма и умение выкрутиться из любой непонятной ситуации. Для участия в отборочном этапе конкурса «Мисс Котлас» необходимо отправить заявки в Котласский дворец культуры до 17 часов 14 марта. И еще открою маленький секрет для тех, кто точно решил бороться за корону главной красавицы города. Не волнуйтесь, это сразу видно со стороны. А главное, будьте собой. Уверена, в каждой из вас скрыто что-то особенное и сумасшедше привлекательное. На это и делайте ставки. Удачи!